right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Жрет у меня мотоцикл, как бы помой. У меня лично бензин кончился, да и у тебя он тоже тут. Вот так шикарно. Снегоход говно. Мотособака сила. Ну, сколько, хочу... Мы где-то сколько? Часов катаем? Ну именно по езды часик, да. То есть 4, 5,5 литров. Да не, ну у меня литров 6 в баке было. У меня бак почти 7. Здравствуйте. Ну что, продолжение прошлого видео. В прошлый раз мы поломались, пытались эвакуироваться. Прошло сколько? 12 дней. Я за это время успел починиться. Там подшипник, перенаплавить вал, проточить, поставить новые подшипники. Еще успел неделю пролежать с ребенком в краевой больнице детской. Но это где так, брал вот запчасти в праздники? Запчасти вообще. Повезло. Токарь, хороший дядька, работал. Вот у меня 2 числа, когда все пьянствуют, он точил. Большая селевая лавинка пошла, блин, за березку зацепился, вообще сейчас самое озеро свалился. Фу, вообще, блин, вообще круто, обалдеть. Ух, ну круто, блин, еще раз вообще. Отличная покатух. Опыта, наверное, маловато, поэтому получается зарываюсь. Зарываюсь немного, ну пропиливает вот. Тут какие-то поваленные деревья повсюду. Чуть дерево соскользнуло, все. А, вот смотрите. Паштет, паштет, вот он. Оп, оп.
Так отлично. Гуску перетащил. Ну вообще супер. Мега супер. Кусты упёрся. Обалденные виды. Помогать я ему не пойду. Потому что пыль очень достойно. Запас мощности позволяет еще гораздо больше. Но я пока осторожничаю, так прочувствую технику, как по переключениям там и все такое. Фух. Ну вот, опять немного закопался. Вот так. Вот так. Ну чуть-чуть не хватило. Не, ну я они... переварил. Чашечка, вон она уже, вон она. Сейчас вот так вот прямо поехали через лес, да и все. Ну да, то есть можно было не запиливать на самый верх. А и... ты же выше меня был, ты куда делся? Да, меня чуть-чуть стащило. На бревно налетело и все, стащило жопой. Я просто так вниз жопой, короче, пока вырулил. Ну, угол такой, что тащит. Темнеет, давай, поехали. Да, давай, пару слов, паштет, как вообще сегодня едет, как рулится, как снег. Рулится зачетно, едет не очень. Снег какой-то неправильный, может мало или что. А так вообще это шикардос. Столько эмоций, столько адреналина. Нахер, горные лыжи продаю. Катнулись еще разок на дальнее озеро, на время профессорки, отличная горка. Позапиливали, потестировали. Гусянка, конечно, вообще жгет просто, блин. 137-й трак, очень крутая зацеп, вообще лютый. Вот по озеру не очень, такой полунаст, снежок, в управлении тяжеловато на жестком, но в пухле. Паудер просто держак отличный. Единственное, конечно, веток еще хватает многовато. Но в общем все нормально. Прокатились. И на сегодня все. До новых встреч. Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Что интересует, может быть, по мотобайку. Какие-то нюансы. Хочу сделать отдельный обзор, что думаете по байку, устройство, комплектация и так далее. Вот, если есть желающие присоединиться, пишите тоже в комментариях. Скооперируемся, сгоняем пару часов вообще ушататься просто, блин. Супер круто. Все, на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. До новых встреч.